Бодега Гарсон, Тонат Резерв. Вино от одной из самых современных развивающихся виноделин Уругвая из региона Мальдонадо. Консультирует эту винодельню итальянский энолог Антонио Антонини. И поэтому в винах этого хозяйства чувствуется баланс, свойственный винам Европы, и достаточно яркий темпераментный букет, который характерен для вин Латинской Америки. Поэтому я рекомендовал бы его попробовать людям, которые часто останавливают свой выбор на аргентинских мальбеках, на австралийских ширазах или на карминерах родом из Чили. Вино достаточно яркое с точки зрения фруктовости. Здесь и черная смородина, здесь и шелковица, и ежевика, и слива. Достаточно ярко представлены специи, и терпкость аниса, и корица, и гвоздика, и легкая сладость ванили, пришедшая от выдержки в дубовых бочках. Характерные тона копчения и горения, то есть что-то напоминающее ароматы лесного костра и табачного дыма. За свои вина современные, яркие, запоминающиеся, каждый год винодельня собирает огромное количество наград и признается одной из лучших в мире. Вино можно подать красному мясу. Здесь вы можете опять-таки отталкиваться от оттенков горения, то есть открытый огонь, угли или приготовление на гриле будет плюсом. Причем это может быть как говядина и баранина, так и блюдо, представляющее из себя дичь, например, из оленя или кабана. Сопроводить это все можно, возможно, свеклой, либо какими-нибудь запеченными, либо жареными на гриле овощами. Вино интересное, вино, которое стоит попробовать, мы поставим ему 91 балл из 100.